Благоустройство территории – одна из самых востребованных среди населения задач. По результатам опроса, проведенного по инициативе губернатора Андрея Воробьева, большинство жителей Подмосковья отмечают положительные перемены, связанные с обустройством парков и скверов. Поэтому с 1 по 4 июня в области пройдет опрос. Жители смогут высказать свои пожелания о работе мест массового отдыха. Мы провели опрос весьма большой. Приняло участие в голосовании 170 тысяч человек, и мы спросили, какие перемены вы заметили и какие бы перемены вам хотелось видеть в будущем. Так вот, и то, что мы сделали, касается благоустройства, и то, что требуется дальше, опять благоустройство. В Одинцовском округе для голосования выбрали 6 территорий. Центр города Звенигорода, парк в центре Одинцова, парки Захарова, Раздолье и Малевича, а также Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха. Жители смогут принять участие в развитии наших парков, выбрать, какое они считают нужным благоустройство, какие развивать активности, какими событиями наполнять наши площадки. Поэтому призываю всех жителей, всех, кто ходит в наши парки, обязательно принять в этом голосовании участие. Голосование будет проходить непосредственно на самих конкурсных локациях, в парках и на общественных территориях. В каждом месте организован волонтерский пункт. Более 45 активных юношей и девушек будут информировать жителей об опросе, привлекать к участию и помогать отдать свой голос за тот или иной объект. Волонтеры на точках предоставят всем жителям право отдать свой голос либо методом перехода по QR-коду, либо голосования на сайте Добродела, или же голосование непосредственно на точке через бюллетень. Житель может подойти, оставить свое мнение непосредственно в бюллетене и оставить свое бюллетень в урне для голосования. На каждой стороне бюллетеня подготовлено по одному вопросу с разнообразными вариантами ответов. Первый вопрос. Что вам больше всего нравится в парке? Это по 9 направлениям. Спортивные сооружения, кафе, водные объекты, тропинки, станции проката, парковки, фестивали, мастер-классы, спортивные соревнования. И вторая сторона бюллетеня будет, что, на ваш взгляд, необходимо дополнить. Такая обратная связь от жителей необходима для улучшения организации общественных территорий и повышения качества жизни в Подмосковье. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».